05.05.2018 по Киеву, Харькову. 5 мая 2018 года, Харькову. Урбанистический пейзаж. Вот этот кадр мне нравится. Да, в ближайшие дни будут красивые восходы. Будут красивые восходы. Упс. Сейчас ухожу в сторону. Думаю, балкон не шат. Упс. Многомиллионнолетний гелиевый шар на фоне антенны и следа от самолета инверсионного, или как там, не инверсионный называется, но смаженный кабанчик, курка знаменная, овощи, салаты, сядем гуляхаты. Это и к тому, что время шашлыков. Выпьем, но по чарте, заспеваем песню. Ты не пожалуешь, что за мной вышел. Красота. Ли.
листья березы в сотни метров от меня. И солнце в сотни миллионов километров от меня. Перебор. Да, птички добавляют зрелищности довольно монотонной съемки. Последний раз записывал восход. Когда 2 числа, да. После этого отвлекся на парад планет. Был мини-парад планет, состоящий из Марса, Сатурна, в следующем ряду была Луна, потом Юпитер. И дальше шла не планета, а звезда Спика, наименее уместная в параде планет даже на фоне Луны. На 3 числа была дымка, съемки получились не особо, пришлось еще бегать 4-го, снимать парад планет. С опозданием на сутки, когда все участники парада уже разошлись. Да, 3 мая 2018 года у Сережки еще и сын родился, с чем его поздравляю. Интересно, какое имя дадут. На Галилею, конечно, не рассчитываем. Ладненько. Да, по ради планет еще что. Марс сейчас на ближайшем расстоянии от Земли за 15 лет. Юпитер 9 мая, то бишь через 4 дня будет на минимальном расстоянии к Земле за год. Его позиция. Его позиция к всему Солнцу, к Земле. В общем, на одной линии Солнце, Земля, Юпитер будут и. Соответственно, наиболее освещен будет и Юпитер, и его 4 галилеевых спутника. Ио, Каллисто, Европа, Ганимед. Завораживает меня это зрелище. Почему? Желтый шарик на экране медленно движется. Ладно, пойдем готовиться к шашлыкам. Пятое мая 2018 год, Харьков, 50-я параллель северной широты 5.23 по Киеву.